Простите, сделать остановку нам приходится, увы, чтобы сложность обстановки уяснить сумели вы. А тонкость в том и в том беда, что век живя на свете, мы принимаем иногда порок за добродетель. Мы принимаем иногда порок за добродетель. Он активен, он находчив, он доволен в жизни всем. Для него ни днем, ни ночью нет вопросов, нет проблем. И тонкость в том всегда была, чтобы в любом обертке нам отличить добро от зла, а ангела от черта. Нам отличать добро от зла, а ангела от черта.